Я сегодня буду рассказывать про такую позицию интересную с Дэд. Я думаю, вы много видели в Job Offers, иногда вам пишут, да, вот есть такая вакансия, не хотите ли вы? Но у нас опять ничего не работает. Я иду. Но многие не знают, что это, либо многие просто когда-то где-то слышали это слово, но далеко не представляют себе, что, собственно, скрывается за этим. Так вот, сегодня я хочу поговорить о том, какие скиллы нужны для того, чтобы работать с Дэтом, и, собственно, чем занимаются Дэты, ну, по крайней мере, в Unity. Но прежде чем начать, мне просто интересно, есть тут разработчики? Кей? Где-то примерно пополам. Да, у нас тут есть мои коллеги, которые сидят, они просто поднимают руки все время, им нравится. Так вот. Вот Skyvision нужен, это явно. Apple Business. Не доверяйте яблоку. Ну, не работает. А может быть другой нот может? Там больше одной страницы? Да. Будем пользоваться так. В команде мы привыкли, что у нас в команде обычно есть QA, есть разработчик, есть менеджер. QA тестируют. Разработчик пишет код, менеджер разводит кучу руками, ну, что-нибудь делать будет. Позиции в разных компаниях могут называться по-разному, но тем не менее, там, неважно, вы можете называться QA-аналитиком, но тем не менее, вы знаете, за что вы отвечаете. Или вы можете там числиться код манки. У нас есть, кстати, некоторые такие в компании, они пишут на LinkedIn, I'm a code monkey. И... Не обращай внимания, а ну, ты можешь, оно периодически будет само останавливаться. Хотелось. Ну, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что скрываются за этими аббревиатурами иногда. И тут какой-то мифический SDET. Собственно, кто это? Ну, по поводу, кто такой SDET, у нас тут давеча была такая история. Мы были в Копенгагене, в нашем офисе. У нас иногда проходят... Хакатоны местные для компании, когда все разработчики съезжаются в одну локацию, и мы просто занимаемся интересными проектами. Так вот, сидим мы во время обеда, общаемся, и к нам подходит Дэвид, ну я не знаю, кто слышал про Unity, наверное, знает, что это бывший CEO. Очень классный, позитивный чувак, он знает всех своих сотрудников, общается с ними периодически. И был с нами коллега, который не так давно с нами работает, и он подходит, минут пять слушает дискуссию по поводу того, что происходит в Украине, что происходит в компании, а потом спрашивает у Дэвида, а ты кто? Он говорит, I used to call myself CEO. Ну, вот, собственно, так. Кто это был? Дэвид? Нет. Его уволили? Нет. Вон он сидит. Нас в компании за такое не увольняют, потому что у нас был другой случай, когда другой CTO компании, у него спрашивают, если я тебе дам пощечину, меня уволят, он говорит, нет, и тут же получает оплюху. Человека не уволили. Расстреляю. Понизили зарплату. До нуля. Так, собственно, кто такой СДЭП? Это такой человек, который... Работает under disguise. To know your enemy, you must become your enemy. Чтобы быть хорошим сдетом, вы должны быть и разработчиком, и тестировщиком. Вы должны понимать, как разрабатывается продукт, вы должны знать, как он тестируется, вы должны хорошо разбираться в теории как одного, так и другого. И по факту, на самом деле, сдет делает еще много других разных вещей, помимо разработки и тестирования. Он занимается и планированием, он занимается тем, что он учит разработчиков, как делать это правильно. Делает еще много-много чего другого.
так какие же скиллы нам нужны для того, чтобы стать хорошим сдетом? Достаточно ли любить просто тестирование? Или достаточно ли просто уметь программировать? Если коротко ответить на это, то нет. Самый, наверное, главный ключ к успеху — это вы должны уметь общаться. Вы должны уметь донести свою мысль, вы должны уметь слушать, вы должны быть везде и всегда, вы должны использовать всегда любые каналы связи, которые вам доступны. Вы должны общаться с разработчиками, дабы знать, над какими фичами идет работа, как она идет. Вы должны держать руку на пульсе. Вы должны общаться с кастомерами для того, чтобы понимать, что им нужно, потому что вы последняя линия защиты кастомеров, по сути. Вы представляете их интересы, и вы должны уметь донести это до разработчика и сказать, что нет, ну вот так вот оно, наверное, не должно быть. Давай подумаем, как это сделать иначе. Вы должны уметь критиковать и делать это очень мягко, потому что ну, don't make a developer cry. Они у нас обидчивые, ранимые, зачем? Второй скилл — это tester mindset. Ну, я думаю, все видели эту картинку, да, QA видит девятку, девелопер видит шестерку, а сдет видит 69. Потому что мы когда очередной раз были на тренинге всей командой, и у нас один коллега пришел вот в такой футболке, а ему другой коллега говорит, что у тебя какая-то вот футболка такая с тонким намеком. Ну как это, цифра 69, и, ну зачем ты так? Он потом долго сокрушался, ходил, говорил, что у тебя dirty mind. Так вот, у всех сдетов должен быть такой dirty mind. Вы должны замечать больше, вы должны видеть то, что видят разработчики, и то, что видят тестировщики. Вы должны понимать и тех, и других. Вы, по сути, между ними. Вы то, что связывает, и тот человек, который может понять и объяснить другому, что, собственно, происходит, и почему так происходит, и почему так должно быть. That's it, guys. У меня опять что-то не работает, ну что такое там. Да. Знакомая, наверное, ситуация, да, когда у вас что-то не работает, он спрашивает, а тесты есть? Он говорит, какие тесты, о чем мы вообще? Так вот. Сдет — это тот человек, который не напишет ни одной строчки кода, пока у него не будет на это теста. Developer skills — это хорошо, но test-driven developer skills — это еще лучше. Вы не просто применяете это каждый день, вы учите этому каждый день. Вы показываете на своем примере, вы рассказываете, вы бьете по рукам человека, который сначала коммитит, а потом говорит, я потом тест напишу. Этого быть просто не может, потому что если не вы, то кто? По сути, вы подаете пример. Вы такой вот хороший, добрый человек, который всегда напишет тест, а потом будет писать фичу. А фичу вы тоже пишете, на самом деле. Я потом чуть позже расскажу, какие именно. Они, может быть, не совсем тривиальные, это не совсем там самые главные фичи на продукте, но, тем не менее, я думаю, они очень важны, потому что они... Кастомеры, я думаю, довольно часто с ними сталкиваются, особенно если у вас разработчики не пишут тесты. Вы должны быть специалистом широкого профиля. Но я уже говорила за сегодня, наверное, несколько раз, что вы должны уметь и тестировать, вы должны уметь писать код, делать это красиво. Вы должны еще, на самом деле, делать очень много всего разного, и у вас должен быть очень большой набор различных скиллов и навыков. Понятно, что экспертом вы не можете быть во всем, но тем не менее вы должны быстро учиться и делать это быстро, умело, легко, я не знаю. Вы должны всегда... Вы должны всегда быть готовыми к каким-то неожиданностям и тому, что у вас появилась какая-то новая фича, и вы вообще не знаете там технологии, которые в ней используются, но тем не менее вам приходится с этим работать, потому что вам это нужно использовать, да, вам нужно написать тесты на это, вам нужно написать какой-то фреймворк, который будет это тестировать и так далее. Кто это? Человек. Никто не знает, кто это? Стивен Кинг. Это
какой-то код я. Еще варианты, ну... Запомните, если вы хотите стать хорошим студентом, вы обязаны, вы просто обязаны знать этого человека. Это бог, что ли? Да, человек с дэр. Вы не знаете, кто такой дядя Боб? Кто-то моложе выглядит. Нет, не знаю. Автор книги Клим-код. Да, правильно, автор книги Клим-код. Человек, который... он записал очень много, на самом деле, коротких роликов по поводу того, как писать код красиво, как его рефакторить, как писать тесты. Очень советую посмотреть и QA-ам, и разработчикам, и с детом, и вообще всем. Это человек, который очень доходчиво, очень интересно, на самом деле, это все рассказывает. У него есть одно такое правило. Voice call true. Оно означает, что если вы открыли какую-то страницу, увидели там код, который вам не нравится, вы должны его отрефакторить. Вы человек, который оставляет поляну после себя более в лучшем состоянии. Это, наверное, одно из его самых главных таких правил. А зачем его рефакторить? Если нужно. Если оно работает. Потому что не нужно. Я не знаю, чем заняться, чтобы взять порефакторить код. Ну, для того, чтобы код, ну, если вы будете писать фичу в будущем, ну, вот у вас есть фича, она сейчас работает, ее сейчас хватает, но завтра приходит другая фича, которая должна как-то стыковаться с предыдущей, она там, ее расширять должна или каким-то образом взаимодействовать. А у вас там ни одного теста нету, а у вас методы, я не знаю, там по 1000 строк, и человек, который ее писал, уволился. Ну, если вы хотите заниматься, сидеть на проекте, на котором это норма, я могу вам только посочувствовать, честно. Но это часть таски, просто разбить этот модуль на модуль, вот и все. Вы разбили, у вас все упало. Значит, по рукам так еще раз. Ну так починил его и заработал. А если бы у вас были тесты, вы написали тесты и порефакторили, у вас бы ничего не упало, и вы бы были просто уверены в том, что вы делаете. А по времени? По времени, ну, на самом деле, там были, замеряли время. Об этом еще Рой Ошеров рассказывал в своем курсе, что были две команды, которые занимались примерно одним и тем же. Они одни писали фичу, просто писали фичу, а потом когда-то мы напишем тесты. А вторые писали тесты, а потом писали фичу. Так вот, разница там выходила буквально дня в два, но при этом, когда им потом пришлось дописывать это все, они очень сильно выиграли во времени, потому что первые, которые тесты не написали, они дописывали, у них все падало, не работало, они это все фиксили, и у них реально очень потом много времени ушло вот именно на дописывание. Высокий, выходи. Так, как бы тут... Дэн, идет. Поэтому на самом деле... Дядя Боб опять с нами. И мы... А, у нас интернет отваливается. Все просто. Так, мы еще раз повторим, что это дядя Боб, да, найдите его видео, посмотрите, реально очень интересно. А вот это, собственно, да, то, чем мы занимаемся каждый день. Вот примерно с такими же глазами, вот это то же самое. Зайдите к нам в комнату, вы увидите примерно такую же картинку. Вот коллеги не дадут соврать. Это все. Так, собственно, чем мы занимаемся в качестве сдетов в компании Unity, что мы делаем каждый день? Каспер — это один из тимлидов, собственно, тимлид одной из сдет-команд, у нас их две. И он, по сути, придерживается такого мнения. Я думаю, что многие, кто работает у нас в компании, его разделяют, я не буду говорить за всех, мало ли. At Unity, automation is a tool, not a goal. We automate checks, humans do testing. Join us, да, Михай. Мы не придерживаемся идеи, что автомация спасет мир, и нужно обязательно... что ж такое-то? Unity. Нет, это Google.
Мы не придерживаемся идеи, что нужно обязательно больше тестов. У нас их на самом деле очень много. В одном из фреймворков, я так думаю, что больше 1000, которые бегут на так, 16 платформах. Native тестов так, порядка, наверное, 400. Integration тестов еще порядка 1000, наверное. В общем, их много, бегут они много где на разных платформах, потому что Unity саппортит 16 платформ. И фреймворков у нас native тесты, по сути, unit тесты, runtime тесты. Это фреймворк, который позволяет... Это, по сути, integration тесты, но которые занимают очень мало времени, которые очень быстро заранить всех все вместе. Они занимают порядка, наверное, если заранить все, порядка 30 минут, может быть, 20 минут. У нас есть integration тесты, которые бегут, конечно, дольше, они бегут часа 2-3, но потому что мы каждый раз environment заново поднимается. Но они бегут только исключительно ночью, потому что это, ну, на самом деле, невыгодно. Есть перформанс-тесты, лод-тесты, есть инструменты, которые помогают находить, если у нас что-то упало, допустим, мы нашли прегрессию в перформансе. Перформанс-тесты показали, что вот вышел новый билд, и там определенная фича, ну, у нее просел перформанс. Есть Bashed Team Tool, который помогает найти, собственно, тот коммит, который виноват. Дальше мы идем к девелу, бьем по рукам и говорим, чувак, пофикси. А UI-ных вообще нету тестов? Что? UI-ных тестов вообще нету? UI-ных тестов у нас были попытки их сделать. Они, по-моему, даже ни разу не пробежали на билд-сервере, но просто Unity — это game engine, которого UI проверить довольно сложно, потому что он дорисовывается. И проверить UI — это исключительно сравнивая... скриншоты. У нас есть... Да, я, кстати, забыла... Ну, работать над движком. У нас, я, кстати, да, забыла сказать, что у нас есть графикс-тесты, которые, собственно, проверяют разные шейдеры и график-related фичи. Но они, да, они сравнивают скриншоты. У них есть база... База оттенков серого. Намного больше. У нас есть база заготовленных заранее скриншотов, как оно должно выглядеть. Когда бегут эти тесты, они просто сравнивают друг с другом. Они, конечно, это довольно трудоемкий процесс, потому что если где-то что-то поменяли, подкрутили и так далее, и у вас там буквально... Там есть, конечно, способы, когда делают какую-то там погрешность, но это не самый лучший способ, другого способа просто нет. Так, давайте пойдем дальше, потому что... Тест-скаутинг. Это то, что мы тоже делаем каждый день. Я уже сказала, что тестов у нас много. Бегут они на абсолютно большом количестве платформ. И когда они падают, это неприятно, и нужно что-то с этим делать. Поэтому сдеты — это... Что ж такое? Сдеты отвечают за то, что у нас тесты всегда зеленые. Два человека в день обычно ответственны за то, что они мониторят trunk, собственно, главная codebase. Если у нас какие-то тесты красные, мы либо их выключаем и делаем, создаем баг, либо мы, опять же, пытаемся найти, может быть, этот тест виноват, может, что-то с environment и так далее. У нас есть набор минимальных тестов, который бежит, ну, минут 20, наверное, в целом. Это те тесты, которые обязательно вы должны проранить, прежде чем попасть в трамп. Если они у вас красные, то никуда ваша фича не пойдет дальше, дальше вашей бранчи. А все остальные бегут, ну, обычно ночью, и, ну, разработчики, ну, окей, ну, тесты упали, они обычно не любят, им неинтересно, как бы, ну, поломал я там что-то, ну, это не я. Поэтому это приходится брать вот такую дубинку и приходить и говорить, чувак, ну, там тест упал, я обычно там твой клип был, ну, посмотри, пожалуйста. Поэтому, да, приходится иногда быть суровыми и доказывать, что нужно что-то с этим сделать. Кабак повесить на девелопера не решает вопрос? Он-то решает, но... Ну, уже менеджер настучит. Там надо разбираться, на кого именно издавило, скажем.
Дело в том, что баг повесить можно, но просто на, ну, место на билд-сервере тоже ограничено, и логи обычно хранятся не так долго. А до таких багов, ну, бывает, там доходит через неделю, а логов уже нету. А тест уже выключен, уже отрепродюсить мы не можем, а уже там после этого дальше залили кучу всего остального, поэтому, ну да, в случае, когда мы не можем ничего сделать сейчас конкретно, мы выключаем. Если отрепродюсить не можете, значит бага нет. Нет, самая большая проблема, по сути, здесь в том, что если за этим резко не следить, резко не реагировать, то они лавинообразно растут, эти красные тесты. Так резко, ты ночью будешь сидеть и... Нет, не ночью, ты приходишь с утра и видишь, сколько тестов упало, и нужно срочно раздать людям, чтобы не занялись фиксингом этого. Иначе это потом не остановить. Так вы эти красные тесты потом исключаете из сит или нет? Нет. Нет, они если тест... Не фиксятся, конечно. За какой смысл от теста? Если тест упал, и это, ну, проблема в самом тесте, то мы чиним тест. Если тест упал, и это баг, мы выключаем тест, создаем баг, отдаем его девелоперу, говорим чини, когда починишь, включи тест, когда он будет зеленый, вот тогда скажешь, что ты выключаете, да? Ну, если он красный, то да. Если точно так же тест-скауты следят за тем, чтобы тесты не флип-флопали. То есть если тест, то он зеленый, то он красный, то он вообще непонятно, что творит. Как говорит наш менеджер, burn it with fire. То есть мы не доверяем таким тестам, потому что смысл от него, если, ну окей, он упал, но при этом в следующий раз побежал он зеленый, и толку от него вообще не понятно. Так есть методика, как с такими тестами работать? Ты типа раньше его там 100 раз, если он у тебя вот так вот хлопает, то ты отправляешь его на девелопера, и потом вручили. Для начала это очень плохая практика по одной простой причине, потому что если вы не можете доверять своей автомации, если, ну, то есть вы раните тесты, они у вас хаотично падают, и вы не можете определить, почему. То это проблема того дева, который это сделал, этот тест. Это может быть не тест. Это может быть environment, это может быть, я не знаю, какой-нибудь падающий интернет. Это может быть, я не знаю, проблема с машиной, памятью, чем угодно. Это не обязательно виноват тест. Не обязательно это баг. Так надо анализировать, выяснять, в чем проблема. Ну понятно, то есть, как бы, это они не просто... Тест, вот в этом случае отключается тест и проводится анализ. Они просто так, там, если он там, да, упал, а потом зеленый, то есть его просто так никто не выключает. Проводится, да, вот эти, собственно, тест-скауты, они инвестигируют, в чем проблема. То есть если, опять же, если это проблема с тестом, они его чинят. Если это проблема с environment'ом и там... Ну, допустим, я не знаю, у нас очень много тестов бежит, которые завязаны на то, что на девайсе есть там поднятый Wi-Fi, или он там может достучаться до какого-то девайса, а ну вот так случилось, что интернет нестабильный. Поэтому прежде чем выключить тест, проводится реально анализ, я не знаю, общается очень много людей, можно ли это как-то починить или нет. У меня сложилось мнение, что вы выключаете тест и релизите с багами. А давайте это после... Хорошая практика. Вы запишете сейчас все, а потом, когда закончит этот выступающий, вы потом все спросите и все прокомментируете. Но это невозможно просто. Спасибо. Да, поэтому тест-скаутам иногда приходится туго и приходится применять жесткие методы в виде дубинки. Ну, она, конечно, ну, все стараются дружить, у нас очень хорошая компания. Доходит и до этого. Код ревью. Да, так как мы тоже пишем код, с деты пишут код, и они в нем разбираются, они тоже его ревьюют. Они ревьюют не только код теста, они не ревьюют не только код фреймворка. На каждый pull request strung обязательно должен быть человек из дет команды, дабы посмотреть, ну не знаю, вдруг кто-то что-то где-то забыл, кто-то что-то, я не знаю, ну просто забыл про какую-то банальную вещь, которая, ну, видна сразу, что это баг, и так оно не должно. И, по сути, у нас pull request'ы перед тем, как попасть в trunk, приходят, по сути, много людей, это человек из dev команды и, собственно, все разработчики, фичи которых в этом pull request. Еще мы занимаемся тем,
что же такое? А еще мы занимаемся тем, что мы не только пишем тесты или занимаемся, я не знаю, саппортом фреймворков для тестирования или пишем их, мы также занимаемся поддержкой любой инфраструктуры, которая связана с QA. Ну вот у нас ребята, например, пишут баг-репортер. Это, собственно, то, к чему я говорила, что сдеты тоже пишут фичи, которые есть customer-oriented. По сути, если у вас приложение упало, то любой пользователь будет рад написать вам, какие вы плохие. Вот я тут что-то делал, у меня все покрашилось. Поэтому баг-репортер, ну, у нас баг-репортером занимается QA, поскольку мы знаем процессы, как баги проходят у нас внутри компании, что с ними происходит. У нас есть UI и бэкэнд отдельно. На бэкэнде происходит анализ бага. Они даже сейчас пытаются сделать, чтобы он анализировал, на каком языке написан баг-репорт, определял его, отправлял в офис саппорта той страны, откуда определен язык, ну, даже поговаривают о том, что в будущем хотят сделать автоматический транслейт. Ну, посмотрим. Почему это важно? Потому что если дать разработчику, который, в принципе, далек от QA, написать баг-репортер, ну да, он его напишет, он будет как-то работать. Но очень обидно будет, когда у вас покрашилось приложение, а потом еще и баг-репортер крашнется. Поэтому сдеты, как те люди, которые, в принципе, пропагандируют, основным как бы, их занятием в компании является пропаганда здорового кода, да, вот люди есть, которые здоровый образ жизни пропагандируют, мы пропагандируем best practices в коде. Все, они начали, собственно, да, у нас был старый баг-репортер, который не всегда работал как нужно, работал очень коряво на разных платформах по-разному. Они начали это все с того, что они сначала написали тесты на него. Они написали тесты и написали новый баг-репортер. Вот он, собственно, должен в новой версии выйти. Поэтому очень вот такие вот фичи, которые требуют стабильности, потому что если уже баг-репортер будет падать, то вы как бы понимаете, что это очень расстраивает пользователей. Вот такие фичи, которые должны обязательно работать. Это то, где как раз, ну, наверное, must have применять самые-самые практики, которые будут помогать тому, что код будет легко модифицировать, что он будет стабилен, что он не будет падать, и при необходимости можно будет его быстренько порефакторить, и до кастомеров дойдет все в рабочем виде. А еще наша команда сдетов, она не только учит наших девелоперов писать код правильно, она еще помогает нашим кастомерам писать его правильно. Наша команда написала Unity Test Tools, ну, поскольку Unity это такой продукт, по сути, для девелоперов, да, для разработчиков игр, и бытовало такое мнение, что игр тестировать нельзя. Ну, мы доказали, что это неправда. Мы выпустили инструменты, которые позволяют написать юнит-тесты, интегрейшн-тесты, которые позволяют это сделать легко и удобно, вон человек сказал, что ему нравится. Сдеты — это те, которые всем, вот все, что они делают, направлено на то, чтобы не просто сделать это качественно, но еще научить остальных людей. Научить best practices, показать, как оно должно работать, как... А что ж такое-то? Как это сделать лучше, какие применять методологии или чего делать не стоит. Мы записываем очень много подкастов для своих и, собственно, для наших пользователей о том, как это делать. Мы каждый день учимся сами, мы очень активно посещаем различные тренинги на эту тему, и потом внутри компании, опять же, для всех остальных, мы рассказываем, делимся
навыками своими и пытаемся донести, что это все круто, это хорошо и нужно так делать. И одно то, что мы делаем, с ДЭТы тоже занимались тем, что тесты тоже можно релизить. Мы релизим наши тесты отдельным пэкэджем, который можно зайти к нам на сайт, стянуть и проранить. Это мы делаем, например, мы сотрудничаем с компанией Google, которая прежде чем как релизить Android, она берет наши тесты, ранит их, и мы знаем, что новая версия Unity будет работать на новой версии Android. И по сути, да, это очень позитивно, потому что некоторые баги были найдены еще до того, как релизнулась новая версия Android. Почему это важно? Потому что мы хотим найти эти баги как можно раньше. Вы прекрасно понимаете, что если баг найден кастомером, это совсем плохо, потому что это недовольный кастомер, это много расстройства разработчику, потому что, по сути, когда тебе находят и указывают твою ошибку, это неприятно. Да, находят QA, это уже чуть лучше, но, тем не менее, все равно это занимает намного больше времени, и проходит много времени в объяснениях и разговорах, что, где, почему поломалось. А когда до того момента, когда выпустится, бета, билд, вы знаете, что вот там есть проблема, вот там ее нужно пофичить. У вас очень быстрый фидбэк, и намного проще, да, спихнуть свою работу на кого-то другого, который заранее пофиксил, и все хорошо. Поэтому практика того, что тестовый код, если, допустим, вы работаете, оно должно работать на какой-то платформе, вы можете, в принципе, перенять практику того, что ваши тесты можете ранить не только вы. И на этом все. А у вас есть тесты для своих тестов? Для своих тестов? Второй уровень. У нас все тестовые фреймворки имеют тесты. И по сути, на самом деле, тестовые фреймворки появились задолго до того, как появились сдеты в компании Unity, но очень много чего было дописано, порефакторили часть фреймворков, часть написали заново, часть добавили. И опять же, прежде чем что-то мы трогали, мы писали тесты, а только потом мы что-то меняли. Почему? Потому что если... Опять же, то же самое, как с баг-репортом. Если у вас ваш фреймворк нестабильный, он падает, то он, в принципе, никому не нужен. Еще один вопрос. Вы очень много рассказывали, что вы сначала пишете тест, а потом разрабатываете программу код. Меня интересует, какой у вас метод вообще ведения продуктов? Вы используете водопад, или agile, или scrum, или как? Потому что на scrum это не похоже. Нет, это не scrum, это не waterfall. Это, можно с натяжкой это назвать agile, но на самом деле это не agile в чистом виде. На самом деле у нас каждая команда работает в том ритме или по тем методологиям, которым им удобно. Unity относительно свободная в этом плане компания, и никто не навязывает, как нужно работать. При этом есть какая-то стандартная процедура, что если вы хотите попасть в транк, и вы там написали какую-то фичу, и вы пытаетесь ее закоммитить без тестов, вам обязательно кто-то скажет, что допиши там вот тест на это хотя бы. У нас обычно фича релизится тогда, когда она готова. Сколько по времени в среднем фичу забирают? Зависит от фичи. У нас есть фичи, которые пишутся очень долго, потому что это, глобальная иллюминация. Или там physical shader, который там тоже довольно много времени. Там очень проблематично, там сложная фича, достаточно большая. Есть, Unity это Tools, как фича, они ее написали за полгода, может быть. Я не помню сейчас название, неважно. Фичу написали за неделю во время очередного хакатона внутри компании, допилили еще, может быть, за месяц, протестировали и выпустили. В
все зависит конкретно от фичи. В количественном отношении сколько надо СДетов на одного разработчика и на одного тестера? Наоборот, да. Хороший вопрос. У нас в компании, ну, наверное, человек 200, наверное, девелоперов. Мануальных квеев человек 30, может, 40. Одна и две команды СДетов. Одна команда сдатов, которая больше feature-oriented, которая больше знает продукт, нас 7. И команда, которая больше занимается инфраструктурой и саппортом Unity Test Tools, да, например, или баг-репортером, их человек 10. У меня такой вопрос, когда вы рассказывали про ваши тесты, вы упомянули и перформанс-тесты, и что вы находите причину дефекта в поиске коммита. То есть расскажите, пожалуйста, немножко, как часто у вас происходят коммиты, вот, и как часто вы гоняете тесты. Допустим, бывают случаи, когда коммитит раз, каждый коммитится в бранч в течение дня, но общий коммит в сам этот билд-пул идет, допустим, за сутки. И там их бывает очень много. И выявить именно тот конкретный. Как у вас построен процесс? У нас, по сути... И если у вас, допустим, какой-то темплейт, чтобы push-реквесты содержали, допустим, какой-то темплейт, чтобы можно было автоматически находить именно ту фичу, которая была закоммитена, или вы руками просматриваете все коммиты и матчите? Да, смотрите, у нас, в принципе, каждая команда, а то и каждый разработчик работает у себя в отдельной ветке. Потому что, ну, зачастую фичи довольно массивные, поэтому работать в одной общей, в одном репозитории, вне ветки, это нереально, потому что если кто-то что-то поломал, то он ломает это для всех. Поэтому обычно все работают отдельно у себя в ветке, а потом, когда фича более-менее стабильна или готова, она заливается в главную ветку, в транк, где... Да, опять же, она проходит тесты. Вопрос. У вас какая СВС? Что-что? СВН, да, Меркурий. Она заливается в транк, где, по сути, перед тем, как попасть в транк, ранится минимальный набор тестов. Если они не зеленые, вы туда не попадете. А после этого ранится уже полностью весь набор тестов, который возможен. И ну, на данный момент перформанс-тесты сейчас ранятся руками, потому что как бы, это довольно новый, относительно новый фреймворк. И далеко не все там еще, очень много чего делать нужно. И, по сути, с учетом того, что мы, собственно, тестируем, там зачастую готовые решения уже не работают, поэтому приходится писать свое. Раз, я не знаю, как выпускается очередная версия для квеев, собственно, на этом и гоняется перформанс-тест. И если падает перформанс, потом в зависимости от коммита предыдущей версии до коммита следующей версии, он берет и смотрит, где, собственно, это случилось. По сути, ответом было то, что у вас есть отдельные ветки у каждой команды, да. И вы гоняете тесты на каждую мелкую ветку. Соответственно, да. Прежде чем да, выйти да, в большую да. ветку, то есть получается у вас такое... Сабсет, небольшую часть тестов. Нет такой практики, что тесты гоняются против самой большой ветки, только лишь. Ночь. Нет. Потому что перформанс-тесты обычно гоняют против большой ветки. Да, ну, перформанс-тесты у нас гоняются против... Я обнаружил, и, соответственно, там уже очень много коммитов, и выявить тот самый тяжело. Ну, yeah. На самом деле, ну, да, это тяжело, поскольку ну, гонять перформанс-тесты отдельно в каждой ветке, опять же, повторюсь, у нас практически каждый разработчик сидит в отдельной ветке, и гонять перформанс-тесты — это просто unreal, ну, как минимум, потому что вы должны еще понимать то, что в нашем случае это невыгодно еще по одной причине, потому что мы саппортим еще кучу разных environment'ов. И, по сути, ранится перформанс-тест не просто против главной ветки и определенной версии, но еще и в зависимости от environment. Если он упал где-то там, на конкретном environment, на конкретном девайсе, и для того, чтобы эти результаты были надежными, да, используются, опять же, одни и те же девайсы, которые никто не трогает и не имеет к ним доступа. Это часть. И еще такой вот вопрос. Я первый раз, на самом деле, слышу сокращение SDET. И у меня прошла ассоциация. Это там мальчик, который все-таки нет-нет и проявляет инициативу и пишет self-help tool, или это отдельная должность, это
допустим, автоматчик, который шел в девелопер, где-то застрял посередине. Ну, у нас просто есть потому, что дета, не, вы, не позволяет это мышление QA работать так, обижаться вам, на всех. Ну, вот, я не знаю, я думаю, Диму Миндру кто-то здесь знает? Ну да. Вот он тоже сдеп. Ну, чтобы вы понимали, то есть это не тот человек, который шел в разработчики и застрял, или это не тот девелопер, который разочаровался и ушел в тестировщики. Нет, это абсолютно другая профессия, которая подразумевает и то, и другое. То есть вы выделяете отдельную ветку, у вас есть девелопер, это тот человек, который, который знает и... и понимает на самом деле и ту, и другую точку зрения. То есть он понимает, что код должен быть тестируемым в первую очередь. То есть просто написать код — это хорошо, но с другой стороны, потом его нужно протестировать. Это тот, который может помочь разработчикам написать код таким образом, чтобы его можно было потом протестировать автоматически. Потому что если у вас, там, я не знаю, захардкодженные какие-то данные, вы потом очень... сомневаюсь, что вы пишете нормальные тесты, которые будут стабильны. Это человек, который, он не просто пишет фреймворки или тесты и так далее, он тем не менее, он учит, советует, это, грубо говоря, евангелист того, как нужно писать код правильно, в первую очередь. Все наборы тестов вы меняете каждую ночь? Все тесты, да. На транке. Нужно было на ранней стадии выявить там. Ну, если человек пишет и знает, что у него фича, которая, он трогает какую-то фичу, которая не покрывается минимальным сабсетом тестов, он вполне может ранить все у себя в ветке. То есть, как бы, не вопрос. Не, я имею в виду на транке, вот, как часто гоняете. На транке каждую ночь. А вот вы сказали, что у вас 16 платформ, да, по тестированию. А вы используете только что-то самописное или какой-нибудь фреймворк типа Twister, ну, чтобы 16 платформ гонять? У нас, к сожалению, из тех тулов, которые есть сегодня на рынке, не подойдет ни один. Потому что у нас Game Engine — это немножко довольно специфическая область с очень специфическим набором, я бы сказала, очень большим набором платформ и фреймворков, которые мы используем, языков и так далее. Поэтому готовое ничего не пойдет. Поэтому у нас все фреймворки, которые есть, это, собственно, те, которые писали мы. Ну и, соответственно, вопрос на ваш ответ. Как компания Unity относится к созданию тулов? Вот вы сказали, для Game Engine тестирования и релизы их в open source для того, чтобы получить... Они в open source, их можно скачать вместе с кодом. Для того, чтобы получить коммитменты от комьюнити, которые делают не только Unity, а, допустим, Real Engine или еще какой-то. Для того, чтобы консолидировать и способствовать рождению таких тулов и так далее. Ну, то есть, в принципе, понимаете, мы на данном этапе мы начали пока с нашего фреймворка. Если вы пишете на Unity, вы заходите на Asset Store, скачиваете Unity Test Tools, они в открытом доступе, они open source, то есть на Bitbucket, собственно, их можно скачать, посмотреть, подправить, допилить, что вам нравится, закоммитить, если нужно, если вы считаете, что кто-то будет этим пользоваться. Они абсолютно опенсорсные и... Это просто у вас именно тесты, только заточены под вашу систему. Это не тул как Twister. Unit Test Tools — это, по сути, N-Unit с допиленным сверху фреймворком, что вы можете видеть это все в UI. То есть вы открываете editor, вы можете заранить их оттуда, перетаскивание там, группы добавить, видите, то есть у вас, по сути, есть визуализация того, что происходит. Но, грубо говоря, по факту это на основе Unity. Так получается, что сообщество не настолько живое, чтобы развивать тулы и расширять на разные... Ну, знаете, полгода назад разработчики... Что общего можно, в принципе, объединить, как вы думаете, между разными движками? Ну, когда-то же люди создавали движки против, то есть и для веб-платформ, и для разных технологий системного типа, то есть, и, скорее всего, ну, для гейм-энджинов тоже можно игры тестировать, игры, по сути, это что? Это картинка. У вас нет никакой возможности никак зацепиться ни за что, кроме того, что предоставляет ваш движок. То есть, да, если у вас есть доступ к вашей игре, к вашему коду, вы можете зацепиться только за это. Поэтому, если мы говорим о каком-то инструменте, который будет
поддерживать там несколько энджинов, да, то это будет максимум там сравнения картинок. Ну, это... У нас есть готовые тулы для тестирования, там тот же Сипули, который, да, он сравнивает картинки, но вы же понимаете, что автомация на этом... Это связано с тем, что просто выход Game Engine является просто рендер изображения и никаких данных не сохраняется. Ну и более того, это все ранится опять же на различных девайсах с абсолютно различные разрешения, то есть как бы ну, завязываться на картинку, это понятно, что это просто бесполезно, а завязываться на что-то другое, кроме как API самого engine, ну это тогда исключительно под один engine. А у вас все тесты и тулы написаны на под C-Sharp или есть какие-то другие там языки? Вы имеете в виду, которые это фреймворки? C++, что-то пишете на Java, там что-то. Ну, на эти тесты у нас на плюсах. Runtime integration тесты это C-Sharp. Backend для баг-репортера у нас вообще Python тесты. Ну, по сути, просто backend на Python не написано. Пул-реквесты не сильно понятно, вот там пул-реквесты и пул-ревьюри там 10 человек, и как вот так организовывать, чтобы это все было быстро происходило? Это тоже SDT пинают этих всех ревьюеров, чтобы они быстро Нет, ревьюеров пинает тот человек, который хочет залить свою ветку в трал. И он обычно приходит и клянчит, ну посмотри мой пул-реквест, вот мне тут надо. И по сути, да, ну не всегда это 10 человек. Если фича довольно большая, которая затрагивает код из абсолютно разных участков, то да, там будет очень много ревьюеров, потому что мы пришли к этому, по сути, тогда, когда очень много тестов, ну, залили ветку, а потом оно что-то упало, и никто не знал, почему, что случилось. Ну, упало, начинают разбираться, а там кто-то где-то когда-то провтыкал что-то, и вот так получилось. Поэтому после этого пришли к тому, что да, нужно ревьюить area owner'ами для того, чтобы, ну, зачастую просто фичи перекликаются, и кто-то что-то где-то поменял, а оказывается, так делать нельзя было. Вопрос такой, скажите, каковы признаки того, что в команде необходимы SDET-ы? То есть девелоперы, вроде как все хорошо, но по каким-то признакам... Когда они друг друга ненавидят. Когда психолог, или как раз если у вас весь код, это... Если вы понимаете, что вы на ваш код не можете написать даже юнит-тест, когда у вас есть вроде какая-то автомация, которая периодически падает, и вы им не доверяете, то есть... Ну, у вас есть тесты, вы их вроде раните, но при этом после этого QA все равно идут и проверяют руками, потому что вы не уверены, что оно работает на самом деле как нужно. Или, например, когда вам важно, чтобы вот в нашем случае, да, допустим, когда падает Unity, мы хотим, чтобы наши кастомеры пришли и написали нам баг-репорт. Для нас это важно. Это тоже, ну, на самом деле, это очень хорошо, когда это будут делать люди, которые понимают QA-ные процессы, которые... по сути, что происходит с багом после того, как его отправил кастомер. То есть вот такие моменты должны вам подсказать, что вам, наверное, стоит задуматься о человеке, который будет знать, уметь разрабатывать и при этом уметь тестировать. Спасибо. Я прошу прощения, тут был вопрос, сколько, в каком случае на команду нужен SDET. Я сколько понял, у вас SDET работает вообще в двух командах, одна 7 человек, другой 10, правильно? Да. То есть это не команде добавления, это какая-то отдельная команда людей, которая в масштабах организации работает. Я понимаю так, что у вас есть очень, реально очень сложная структура автоматических тестов, и для того, чтобы просто объяснить кастомерам, как эти тесты пускают, кастомеры это делать хотят. Нужен такой техсаппорт, но очень продвинутый, который код может написать, и IPA может быть. Нет, мы не техсаппорт, и если вы имели в виду по поводу кастомеры запускают тесты, мы это все предоставляем одним пакетом, который просто вот вы стянули. И в чем ваша задача с точки зрения достаточно большой организации? Ну, у нас на самом деле, опять же, много задач. Но если так совсем уже брать глобально, то да, мы...
евангелисты в плане того, чтобы девелоперы писали код правильно, а QA не тестировали руками то, что можно, по сути, да, переложить, это автоматизировать. То есть до вас были люди, которые хорошо умеют девелопить и хорошо умеют архитектуру создавать, а потом, а вы отличаетесь от них тем, что вы еще и очень хорошо знаете, как играть QA, и следите за тем, чтобы не только код хорошо... Вы понимаете, мы очень хотим прийти к тому, на самом деле мы очень близко, потому что у нас уже есть такие команды, которые... Они сами пишут свои тесты, то есть разработчики пишут свои тесты самостоятельно. А мы нужны в том случае, когда там пришел новый разработчик, и он не знает наших фреймворков, и он далек вообще от того, как писать тесты, и он абсолютно не знает, с какой стороны к нему подступиться. Мы первые, к кому он приходит. У вас на 200 разработчиков 17 человек, 10% штата, это довольно много для... Ну да, у нас много работы. Ну, у нас есть команды, которые успешно справляются, то есть мы максимум ревьюем их тесты, код или там помогаем, когда необходимо. То есть вы такая какая-то пожарная команда своего рода, да? Своего рода, ну да, по факту да. Получается, что на 200 человек, 10 человек пожарных, 20 человек пожарных, я правильно понял? На 250 человек, 17 человек пожарных. Ну, по факту так получается. Так, смотрите, Дэм выпускает какую-то фичу, да, заканчивается ее, а потом след смотрит, если он написал, юнит-тесты, просит его, напиши, пожалуйста, он забивает, тогда вы сами берете, пишите эти юнит-тесты? Ну, у нас вообще девелоперы, в принципе, понимают, что нужно писать тесты, они их любят, и они их пишут. Они говорят, что это нет, у нас есть, у меня просто есть команда, которую я всегда привожу в пример, это у нас скриптинг тим, которая, она пишет всегда, то есть если они делают pull request frank, у них, по сути, все тесты написаны, причем не только юнит-тесты, то есть это интегрейшн-тесты, и они обычно пишут очень хорошие тесты, то есть как бы, ну окей, отлично, молодцы. Ну, не является ли эта команда примером для того, чтобы забрать у них процесс и засанить на все команды? Не было такой бюрократии? Честно, я их привожу в пример всегда. Ну, есть у нас пару разработчиков, которые в компании очень давно, которые, в принципе, тоже пишут тесты, с которыми, может, не все согласны, но с ними очень тяжело спорить, потому что когда ты был четвертый человек в компании или там пятый, ну, с ним можно поспорить, но он просто обычно не соглашается. Ну, это отдельный случай. Что вы делаете в таком случае, когда у вас расходятся мнения? Ну, мы ведем долгие дискуссии. Какой сорт пива вы предпочитаете? Кстати, тоже вариант. Ну, обычно мы все-таки находим какой-то консенсус, по сути, потому что, ну, тест он написан, он, в принципе, нормальный, просто он там может быть где-то не совсем читабельный, или он, ну, так что все на него смотрят и вообще не понимают, что там происходит. Ну, ну есть такие разработчики, с ними ничего не поделаешь. Есть фидосер тру-тру, и всех это устраивает, правильно? Нет, вот такой тест точно не устраивает. Там, ну, так чтобы вы понимали, там просто был тест, который из 30... вполне readable тестов, сделали 4, которые, в принципе, покрывают примерно то же самое, но они очень generic. И когда оно где-то падает, оно, да, там бывают трики. Ну, бывает. То есть в одном месте мелкий баг, упало 2 из этих 4, и мы имеем 70% красного, правильно? Ну, да, примерно так. Ну, такая... Тут только на сознательность давить у девелопера. Ну, я обычно просто говорю в таком случае, окей, если он упадет, я приду к тебе, ты будешь фиксить. Ну, как бы человек согласился, поэтому ладно. Еще вопрос. А вот вы говорите, на фиче работает один человек или несколько? Вот примерно сколько? Несколько. На фиче какой? Ну, на любой. Вот пришел новый. Нет, DX, DX. Самый большой. Нормальный человек там до 10 человек по факту. Но он на фиче... Над фичей может работать 2 человека, может работать 15. Потому что мы пришли к тому, что по факту, допустим, у нас есть editor команда, которая работает исключительно, да, над editor и над UI. Но, по сути, все фичи, которые есть в Engine, они завязаны на UI, потому что они должны как-то вот быть представлены там. И, по сути, разработчики, которые пишут фичу, им очень... Они-то могут написать UI, там, по сути, это не так сложно, но он будет... выглядеть, может быть, не так, как нужно. И поэтому пришли к тому, что, скорее всего, дергаются просто из разных команд люди, которые отвечают за эту область. И такие Dream Team, которые работают над одной фичей из разных областей и доводят ее до ума. И, по сути, то же самое там, да, это
человек, который, допустим, написал UI, человек, который, по сути, пишет backend для фичи, XDET, manual QA, я не знаю, кто-то еще, если еще кто-то нужен. Тут нету такой жесткой иерархии в плане того, что вот у тебя есть команда, у тебя есть фича, и ты ее пишешь. То есть у вас есть такие группы людей, которые вот всегда завязаны на отдельных типах фич, да, и вот они сидят примерно... Ну, можно, да, можно так. Ну, те люди, которые, допустим, в Unity с самого чуть ли не основания, они много знают про Legacy Code. И когда ты где-то когда-то находишь что-то непонятное, что было написано очень давно, ты обычно идешь к таким людям, они, может, вообще уже другим занимаются, но они хотя бы есть какой-то шанс, что они... Никогда, да, даже если очень попросить, вряд ли. А что будет, если их уволят? Ну или они сами уволят? Ну вот, и никто не знает, откуда. Они должны успеть передать свои знания. Нет. Переписывается с нуля. Их выпускают вообще? Обычно, да, вот сказал, переписывается с нуля. Ну да, у нас есть клич, который просто переписан с нуля. Не, ну вы крупная компания, вы можете себе это позволить. Это вообще нормально. Даже крупная компания всегда может. Ну, иногда, да, иногда действительно лучше переписать фичу с нуля, чем... Пытаться заставить ее работать. Да. Оно умерло. Скажите, а там не юаные тесты уместны? Пишут ли сдать юаные тесты? Ну, у нас вообще все придерживаются такого мнения, что юаные тесты лучше не писать вообще, потому что они медленные, они обычно... Спорные. Они обычно спорные, они обычно довольно нестабильные, и в нашем случае они, в принципе, их физически реализовать невозможно. Ну, возможно, на сравнение картинок, но, опять же, это не тест. По сути, в принципе, теоретически можно, но обычно все отдают предпочтение либо юнит-тестам, либо интегрейшн-тестам на API-левеле, но... Яйные тесты обычно считаются, по крайней мере, в нашей компании, это не тем, на что стоит тратить. Дело в том, что это Unity, это editor, он обладает очень мощным API изнутри для написания плагинов. И практически все, что доступно из UI, можно в нем автоматизировать. Нет такой большой нужды. Сколько времени с дед смотрите из своего рабочего дня в код? И там что-то правили, переписывали? Ну, наверное, 90%, остальные 10, он, скорее всего, или в скайпе, или в почте. А тесты когда делают читать код? А тесты — это тоже код. То есть у нас все тесты — это код. Это не какой-то фреймворк, где вы кнопочками тыкаете. У нас, по сути, как Игорь уже сказал, да, ну, не абсолютно все фичи, но, грубо говоря, 90% обладают API-ами, которыми можно сделать, по сути, все, что можно сделать в Kafka. Друзья, давайте отпустим уже нашего спикера. Я предлагаю сделать...